Я Осипов Николай, 60 лет, закончил Омскую высшую школу МВД, СССР. Работал на рядовых должностях, естественно, как и любой выпускник высшей школы. Начал работу в ГУВД Красноярского края, службы БХСС. Стал заместителем начальника управления БХСС края. После этого был направлен в Афганистан. Там был командиром команды «Кобальт». Ну, сейчас мы знаем, что это диверсионно-разведывательная команда. Получил тяжелую травму позвоночника, компрессионный перелом. По возвращении из Афганистана был назначен начальником управления уголовного розыска края. Потом был начальником УВД города. Но появились большие проблемы со спиной. Вот этот компрессионный перелом давал себя знать. И я попал в госпиталь. Мне грозила серьезная операция. Операция на позвоночник. Доктора и наши профессора говорили, что без операции я не обойдусь. Ну и действительно, к 2000 году, короче, было все испробовано, что можно было испробовать на моей спине. И появился человек, это был третий человек, который мне рассказывал про витаминно-минеральный комплекс, про Body Vision. Я в это не верил. И настояла моя жена, чтобы мы начали употреблять этот комплекс, а не поехали в Израиль делать операцию. Это очень дорогая операция. И вот с 2000 года, с тех пор, как я начал употреблять эту продукцию, 7 лет прошло. С меня сняли инвалидность второй группы. Кстати, пока меня лечили, у меня появилась аллергия. Посадили печень. Очень испортилась формула крови. Сейчас у меня все в порядке. Я 7 лет не обращаюсь к врачам. Наши доктора вообще с трудом в это верят. Когда я им сказал, что такие препараты внесены в регистр лекарственных средств России, для них это было большое удивление. И вы знаете, ребята, поверьте мне, мне не надо никого обманывать, потому что в нашем крае, в нашем городе меня все знают. И через 2 года после употребления этого продукта я обратил внимание, что это за компания, что это за бизнес. И я понял, что это изумительный бизнес. Вообще, вы понимаете, да, что бизнес – это продвижение чего-то на рынок. И получение прибыли. Я сегодня занимаюсь тем же самым. Я продвигаю на рынок изумительный продукт, лучший в мире продукт для здоровья. И я получаю за это вознаграждение от компании. Метод продвижения. Ребята, я делаю все то, что делает сегодня вся планета. Рекомендации. Я рекомендую этот продукт. Я никого не уговариваю. Я просто рассказываю, насколько этот продукт эффективен, безопасен и как он полезен для здоровья. Я еще раз повторяю, я 7 лет не хожу к докторам. И за это сегодня компания мне платит вознаграждение. И вы знаете, я вот за эти 3-4 года объехал уже 8 стран мира. Ребят, поверьте нам, и вы будете здоровы. Если в ваших рядах ваши коллеги. Да, у меня сегодня есть коллеги не только из наших рядов, не только из структуры МВД. У меня несколько человек из ФСБ. И мои офицеры, мои в том числе бывшие подчиненные, пришли в эту структуру, и мы очень успешно двигаем этот бизнес. Вот поэтому я сегодня здесь. Спасибо большое.